2000-х годов было принято решение правительством Москвы организовать такие снегосплавные пункты для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в московском регионе. Снежная масса попадает в коллектор, где смешивается со сточными водами. В песколовках оседает крупный мусор, и вода по канализационным сетям дальше отправляется на очистные сооружения города, где проходит полный курс биологической и химической очистки.